Всем доброго времени суток, с вами Ира, и в этом видео я буду рассказывать про хою с названием Ирина. Эта хоя была приобретена мной очень случайно, я ее заказала в довесок к моему заказу. Купила я ее неукорененным срезом, два листа, вот он, первый лист. И вот тут мы сейчас подглядим второй лист. Они уже такие немножко, конечно, потеряли вид. Но, получив их, открыв коробку, достав из пакета, я была в полном восторге. Я не ожидала, что листья такие красивые. Вот примерно вот этот узел был... Ну, этот узел очень похож на тот, который я получила. То есть меня поразило... форма листа, жилки, плотность, вот этот сплэш не такой яркий, не такой обильный, но тут все так умеренно, все так со вкусом, я бы сказала. Вот. И, естественно, она у меня сразу автоматически попала в список моих любимчиков. Росла на первое время не очень хорошо. Где-то в прошлом году ей примерно 2,5 года. Вот, в прошлом году я подсадила какую-то палку ей. Сейчас не помню, откуда она мне взялась. Может быть, там было пару листьев. Я просто воткнула неукорененные, это я точно помню. И вот она у меня вообще не растет. Я хотела пышности, потому что Ирина у меня пошла в рост только этой весной. Ну, как и многие, они очень тормозят, и потом как рванут, и не остановишь. Даже обрезкой. Эту Ирину я уже резала, у меня есть на продажу черенки. Но, тем не менее, она мне выпустила впервые корзинку, хоть и скромную, и активно сейчас развивает две плети. Вот. А этот вот подсаженец, так скажем, подкидыш мой, растет, точнее не растет, наверное, потому что очень мало места уже в горшке. Ирина имеет очень мощную корневую систему, и судя по тому, что поливаю я ее очень часто, ну, не то, что поливаю часто, а замечаю, что ее поливать надо чаще. Но этого я не делаю, к сожалению. Потому что у меня вот есть график, и все. Вот могу я полить сегодня всех? Значит, полью. Я делаю вывод, что там очень много корней, и этому череночку просто не хватает питания. Все забирает взрослые растения. Такое очень даже возможно и встречается в природе. Я не помню, как правильно называется этот термин, но вот когда взрослое крепкое растение не дает питаться соседнему, потому что все полезно забирает себе. Ну и здесь вот так же и получается. У меня, как появится время, я загляну, что у нее там в горшке. Наверное, ее пора пересаживать. И я отделю этого гадкого утенка и дам ему шанс раскрыть свои крылья. Вот. А нижние листья у меня подгорели, выгорели, потому что она стоит у меня на южном окне. И солнце у нас бьет так, что прямые солнечные лучи попадают именно на низ. Таким образом, она подвыгорела именно нижними листьями. Верхние вот даже вот умудрился загореть. Но почему-то только один. Остальные листья приобрели слегка бордовую каемочку. Тут сплэш немножко загорел. Но тоже чуть-чуть все равно подвыгорает. Я ее переставлю, пожалуй, на другое место, хотя у меня дефицит с другим освещением. То есть южный у меня в приоритете. Она у меня стоит, кстати, вторым рядом. Но все равно вот очень хорошо обжигает, но не горят.
то есть вовремя не допускал я просушки. А вот хойл дуата, который стоит на том же окне, вот. Вот что заработало. Ожог. А верхний нормально. Ну, то есть бьет солнце прямо вот именно вот так вот. На низ, на нижние листья. Вот. В целом хоя неприхотливая. Мне не нравится у нее то, что она, ну, как и многим у меня такие претензии к многим хоям, что они дают очень разные листья. Вот, например, сейчас разверну. Ну, допустим, вот большой лист. Да, красивый большой. Вот зрелый маленький. Я знаю, что я очень придирчивая. Это не только к цветам и в жизни. Моя придирчивость мне бывает мешает. Вот тоже. Зрелый лист. Зрелый узел. Ну, что это за милипуська? То же самое. Вот эти фокусы меня часто очень раздражают в хоях. То есть вот это вот все очень по сорту, очень красиво. Она, не знаю, не скажу, что крупная. Наверное, все-таки крупная. Крупнолистная хоя. Или средний. Нет, все-таки средний. Давайте так. Как считаете вы? Те, у кого есть хоя Ирина. Каким хоям она относится? Крупнолистным или среднелистным? Все-таки, ну, у нее такой разбег. Где-то она прям лопухандр дает, вот, например. А где-то что-то среднее. Я все-таки вот сейчас думаю, что все-таки она среднелистная. Вот. Ну, по поводу грунта, тут все как обычно. Я в эти выходные смонтирую подробное видео про мой уход, про мой грунт и прочее, прочее. Так что ждите, я читаю ваши комментарии, я вижу, что вы хотите узнать, хотя я в каждом видео почти говорю состав своего грунта, но я вам все сниму и... Наберите терпение, скоро все будет. Аромат я не почувствовала, потому что она у меня распустилась вот только сегодня. Поэтому, впрочем, я и сняла это видео, снимаю, потому что не знаю, как долго она цветет. Попозже вечером я прислушаюсь. Ну, картина напоминает мне Chicken Farm. Вот такая красивая у меня хоя Ирина, которая заслуживает внимания. Надо бы ее покрасивее оформить, но не хватает длины плетей, чтобы ее красиво сформировать. Все-таки получается она и как-то и там, со всех сторон намотана. Вот смотрите, обратная сторона какая подгорелая. Прям бордовая. А здесь нет, здесь она подвыгоревшая. Очень приятный матовый лист. Вы знаете, что я люблю матовые листья. Слышите этот звук? Шершавый. Вот такая она красотка. Моя хоя с названием Ирина. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!